Сегодня, 6 октября, в Казахстане проходит важное событие – всенародный референдум. С самого утра граждане выражают мнение по вопросу строительства АЭС, которое определит вектор дальнейшего развития страны. Как проходит голосование в селе Шагалалы Зериндинского района, расскажет Арайлым Штырымбек. Зарина, приветствую. На данный момент я нахожусь на территориальном избирательном участке номер 507 села Шагалалы. Участок работает с 7 утра, и к этому часу поток населения все еще продолжается. Численность избирателей на данном участке составляет 819 человек. Ну а подробную информацию к этому часу расскажет секретарь участковой комиссии Ольга Руденко. Ольга Александровна, к этому часу сколько человек уже проголосовало? Уже проголосовало более 100 человек, 125, если быть конкретным. И участок у нас проходит голосование тихо, мирно. Основной поток мы ожидаем после 7 часов, потому что люди работают в городе. Благодарю вас, Ольга Александровна. Ну, это все, что мы успели рассказать к этому часу. До новых встреч в эфире.